Советская актриса Маргарита Терехова много лет страдает от болезни Альцгеймера. Из-за коварного недуга рядом с ней всегда находятся сиделки. Маргарита Борисовна никого не узнает, не разговаривает и выглядит не так, какой ее помнит многомиллионная армия поклонников. На днях дочь звезды советского экрана показала редкое фото неизлечимо больной мамы. Анна Терехова поделилась трогательным снимком Маргариты Тереховой накануне юбилея актрисы. 25 августа знаменитости, сыгравшей красавицу Миледи в культовом фильме «Три мушкетера», исполнится 80 лет. Анна рассказывала, что звезда советского кино, страдая от провалов памяти из всех близких людей, Маргарита Борисовна узнает разве что младшую внучку Веру. Маргарита Борисовна последний раз выходила в свет более 10 лет назад. Именно тогда звезде диагностировали болезнь Альцгеймера. Стоит отметить, что на лечение Тереховой семья актрисы тратит немалые средства. Кроме того, Терехова прикована к постели. Звезда советского экрана почти ничего не видит и не говорит. Встает только с помощью сиделок. Одна сиделка не справляется, приходится нанимать двух. Альцгеймер прям накатывает так мощно. Через 3-4 года ты человека не узнаешь, рассказывал сын артистки Александр. По его словам, одно время ни он, ни его сестра не догадывались о развитии у мамы страшного недуга, списывая ее странности на особенности характера, а забили тревогу, когда ситуация усугубилась. 25 августа актрисе исполнится 80 лет. В честь юбилея она организовала серию мероприятий. В сам день рождения пройдет юбилейный вечер. О разных гранях таланта и творческой индивидуальности Маргариты Тереховой в теплой семейной обстановке в пространстве сцены под крышей расскажут друзья и коллеги актрисы. По случаю приближающегося праздника Анна даже опубликовала редкое фото артистки. На снимке Терехова уже в возрасте. Седину актрисы едва скрывает краска для волос. Лицо в морщинах, но обворожительная улыбка такая же, как в молодости. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!